Соган. Подача, и вот момент, и гол! Вот так вот в конце первого тайма Гамбург открывает счет. Причем делает это Петр Ярачек ударом головой из вратарской. Активных игроков команды. Видите, подача Вестермана, рикошет. Здесь борьба, и Лосога очень здорово поборолся. Фридрих без того, чтобы сразу вступить в борьбу, начал что-то судье говорить. Замечательный навес, и Абамиян, по-моему, проигрывает здесь начисто свое единоборство Петру Ярачку. Хорош Лосога из-под двух защитников сделал великолепный совершенно навес. Повторюсь, Фридрих рано выполнить навес. Пенальти могли здесь назначить, отбирают мяч у Левандовского. Правда, ошибаются и гамбургцы, Шахин тоже не до конца этот мяч взял, и вот он момент. Лосога выходит один на один с Вадейфеллером и забивает второй гол у ворота Боруссии. 2-0. Пьер-Мишель Лосога 11-й гол в чемпионате свой отправляет в ворота. Да, Дури Шахид, конечно, наверное, главный виновник этого. Хотя и Левандин завозился, вот ведь вроде мяч отобрал, собирался уже пас сделать и не сумел его как следует проконтролировать. В итоге потерял, офсайда нет. Хороший пас получает Лосога и не оставляет никаких шансов Вейденфельдер. Вот Колхан углу, видите, поборолся, отобрал. А Арслан тот самый как раз и сделал голевой пас. 2-0 в пользу Гамбурга. Вот вам и Мирко Сломка. И его фактор. 2-0. И теперь уже... Тем больше мобилизовано, но с другой стороны, кое-что в этом матче, конечно, можно было подчеркнуть. Ух ты! Какой гол забивает Хакан Калхан-Углу на последней минуте. 3-0. Невероятный удар со штрафного. Иронически улыбается Юрген Клопп. Ну да, теперь еще и это. Посмотрите, почти из центрального круга никакой стенки. Вейденфеллер застыл в воротах, а мяч летает ему под перекладину. Да, ну вот это матч в миниатюре, что называется. Повторюсь, Мирко Сломка заслуживает, конечно, самых добрых слов за то, как он команду подготовил, в первую очередь морально и психологически, ну и за верно выбранный план на игру. Вот такой вот первый матч Гамбург проводит под его руководством.